Мужики, всем здорово. Слабал я вот такой вот еще шедевр. Ну что могу сказать? Все-таки вот эту железку я так и не распознал. Не знаю я, что это. Фуганочные вот эти вот профильные с такими вот как бы серрейтерами плавными. Фуганки для наличников. Из чего они делают? ХФ какая-то сталь или все-таки действительно 9 ХС? В общем, так я ее не определил. Тугая железка куется очень, ну, достаточно туго. Так какая-то тугоплавкая какая-то такая. И красная искра, не очень яркая. То есть такая, желтизны практически нету. Может быть, одна-две искринки, если обрабатывать. Но в основном такая она больше между красной и желтой. Ну, вот такой цвет по искре. В общем, тугая железка, тугая. Закалку прошла, линия хамон, но тут не видно, потому что я ее не полировал. Но в хлорке вот так макнул, посмотреть просто, темнеет. Ну, оно вот здесь вот хамон до серединки идет, но он такими двойными линиями. Одна потемнее, другая дальше посветлее идет. Вот, ну, может быть, не видно здесь немножко, конечно, потому что надо бы ее полирнуть, травануть, но тогда будет видно, она вылезет. Ну, вот, а так она там есть. Вот, по наковальне рубил. Тут даже есть небольшое замятие такое, ну как бы не замятие, а скажем, даже не знаю, что это. Вот. Сейчас попробую показать, вот здесь вот. Но оно не замялось, именно как бы вот ни в боковину не ушло, ничего. Зарубы остаются на наковальне, но она не лопается. Гвоздь, естественно, я рубил, перешибает он гвоздь, потом покажу. Вот не буду затачивать, пока перешибу, вот какой вот есть. Тут где-то у меня в полмиллиметра, вот тут сведено, вот видно поблескивает. А да, тут дальше уже почти такая, как заточена. Это я уже вручную буду доводить, затачивать. Медяшку и железку я на рынке покупал. В общем, насаживал этот больстер, умучился, машинка сломалась, пришлось все вручную обрабатывать. Шлифовальная. То ли там стружка металлическая забилась, может быть, кто знает, шлифмашинка. И вот включишь розетку, начинаешь трясти ее, или мотор пальцем вот этот вот, ну, когда крышку снимаешь, мотор, она начинает заводиться и как вот, знаете, работает, как будто заводишь пилу бензиновую. Вот она как бы заводится или глохнет, или начинаешь потрясешь, она опять. И вот через раз запускается. Я уже ее об асфальт там и прочее. В общем, не понимаю, в чем там дело. Может, кто подскажет, что там почистить, может, надо или что. Короче, давайте к ножу. Деревяшку тоже сам резал, сам привозил, сам рубил. Вот она, структура ее видно. Вот она, видите, у нее волокно такое идет. Как бы показать-то. Тут я где-то срезал. А, вот она. И у нее волокна идут, бывает, кольцами. Вот эти вот кольца. Вот оно, видно, вот это кольцо, да? Они выходят вот на ручку, с этой стороны сверху и снизу. Вот они такие кольцами круглыми. Здесь он как пластинка идет, видите, пластинчатый. Тррч, вот. И эти волны идут вот так вот искривляясь. То есть ее расколоть практически невозможно. Я когда насаживал, посадил на клей Дурипокс. Дурипокс такой клей. Кто знает, это как пластилин делается. Мнется серого цвета, как глина, и туда закладывается. И вот попробовал сделать. Тут он немножко как бы не прижался, видно, до конца или что, или вылез тут. В общем, небольшая щель. Но так он ничего, как сидит как влитой. Даже не шевелится, ничего там. Вот, то есть я решил попробовать на этот клей посадить. Потестируем, посмотрим, как будет. Вот, ну, в общем, вот они волокна. Маслицем протер просто, чтобы это самое потемнее было немножко. Так что вот оно. Все, братцы, отключаюсь. Захотелось мне сделать вот такой вот. 2 дня я это все дело пилил, точил, обшлифовывал. Субботу, воскресенье. Ну, вот сегодня на понедельник более-менее так вот уже дошлифовал. Среднюю крупную руку хорошо сидит, вообще отлично. Я немножко подубрал. Это все экспериментирую с рукоятками. Хочу как-то найти какой-то вариант. Ну, все. Все. Деревяшка моя, сам пилил, сам привозил. Вот так. Ну все, все, отключаю. Всем здоровья, всем пока.